За что в отдел полиции доставили вас? За коноплю. Расскажите, откуда у вас эта конопля, что вы с ней делали? Ну, мы сорвали, хотели собрать все и сушить, оставить, покурить это друзьям. Так, а откуда вы ее сорвали? Вот это расскажите, откуда эта конопля вообще? Ну, в прошлом году мы нашли место, где конопля была. Мы сорвали оттуда, ну, некоторый час остался там. Оттуда мы оставили, чтобы в этом году тоже там было. А вы ее сами сажали туда? Ну, семена сами этот, сами капали, короче, оттуда, из прошлого года.